Здравствуйте, дамы и господа, уважаемые любители и профессионалы боевых искусств. Я Роман Карасев, вы смотрите YouTube-канал «Планета Дзюдо» и нашу постоянную рубрику «Библиотека боевых искусств». Сегодня в нашем выпуске мы делаем видеообзор интересного учебника, он так и называется, учебник «Дзюдо». Вот он в моих руках. Авторы этой книги известные люди в мире боевых искусств и дзюдо. Это Ренат Лайшев, Константин Тиновицкий и Ирина Емельянова. Книга издана в 2015 году. Вот так она выглядит. И давайте мы познакомимся с тем, что же в этой книге размещено, о чем же здесь написано, для того, чтобы вы имели представление и в случае необходимости приобрели эту книгу для своей библиотеки. Итак, книга в очень хорошем жестком переплете, качественная бумага, достаточно большого размера, что позволило здесь разместить много материала. И хочу зачитать все-таки полное название вот этого учебника. Значит, учебник дзюдо. Учебник рекомендован научно-методическим советом по физической культуре Министерства образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению физической культуры и спорта. Под общей редакцией профессора Тиновицкого. И здесь есть еще краткое описание этой книги. Я тоже хочу зачитать, чтобы все-таки мы и вы, уважаемые наши зрители, имели представление об этой интересной книге. Данный учебник дзюдо является полным иллюстрированным руководством, предназначенным для студентов и преподавателей физкультурных вузов, кафедр физвоспитания, неспециализированных учебных заведений, детско-юношеских спортивных школ. Этот учебник является логическим продолжением и совершенствованием цикла учебников отечественных и зарубежных авторов, вышедших ранее. В новом издании авторы предприняли успешную попытку в наиболее подробном, комплексном виде идентифицировать японские и русские представления о технике исполнения приемов в стойке и партере. Этот фундаментальный труд является, по сути, первым учебником по дзюдо олимпийского вида единоборств, где так подробно разобраны разделы техника тактической подготовки дзюдоистов, принятые в Японии, на родине этого вида единоборства, а также материалы по развитию физических и психологических качеств, питанию, реабилитации спортсменов. Даны уроки поведения на татами и вне спортзала, на примерах биографий выдающихся спортсменов. Учебник написан современным научным языком, читается и воспринимается легко и свободно. Текст сопровождается рисунками. Предполагаемый материал отвечает методическим требованиям и адаптирован к образовательным технологиям в ВУЗе. Это выписка из заключения научно-методического совета по физической культуре Министерства образования и науки Российской Федерации. Итак, вот перед нами книга «Учебник дзюдо», автор Лайшев, Тиновицкий, Емельянова. Это три автора написали эту книгу. И давайте мы посмотрим. Эта книга имеет... Сейчас мы пройдемся. Да, оглавление очень и очень большое. И книга имеет несколько частей.
видите, очень много. Она достаточно объемная, порядка 300 страниц. В этой книге описаны различные приемы дзюдо, методика их выполнения. Они все проиллюстрированы в виде рисунков, а также дополнены фотографиями. Вот, фотографиями. Достаточно качественные, и можно видеть все нюансы выполнения тех или иных приемов. Очень хорошие таблицы есть. Есть и рисунки для подготовительных упражнений. На самом деле книга очень интересная. Здесь также вот есть в конце книги большой-большой раздел о известных и выдающихся мастерах дзюдо, о их достижениях, об их жизни. Поэтому еще раз, эта книга, учебник дзюдо, я думаю, тоже будет хорошим дополнением для библиотеки каждого мастера боевых искусств, в том числе дзюдо, и не только. Рекомендую.